Понял. Дорогие друзья, слово председателю жюри Геннадию Степановичу Лысковцу. Дорогие друзья, прежде чем огласить итоги нашего конкурса сегодняшнего, я бы хотел всех присутствующих поздравить с праздником. Праздником наших семейных пар, вот этими великолепными молодыми людьми, которые нам сегодня, на самом деле, предоставили возможность созерцать их творчество, их внутреннюю какую-то любовь, преданность, и еще раз подтвердили, что на любви держится все. Будет хорошая семья, будут рождаться красивые умные дети, и дай Бог, чтобы таких супружеских семейных пар в нашем городе становилось все больше. И мы год от года будем любоваться на них, потому что вот уже третий конкурс, а это считать уже 15 хороших, прекрасных супружеских пар. Поэтому добрый путь этому конкурсу. Но сейчас я приступаю к своей миссии, если разрешите. Первой паре в Высоцком имени Викторов, которые отправили 23 и 25 пары. Вручается за любовь, за самую артистичную семью. Так. И призы, конечно. Подожди, подождите, будущее самое главное. Вам присуждается семья Слепцовых Натальи Александровны, которые набрали 23,5 балла. Им присваивается звание «Самая творческая семья». Поздравляем вас. Третья пара Катько Виктор. Виктория и Александр, которые набрали 24,8 балла. Получается диплом и звание подтверждается самой талантливой семьей. Саша, четвертая пара Петлицкий Ольга и Олег, которые набрали 24,9 балла. Им предоставляется диплом «Самая обаятельная пара». Согласитесь, это так и есть. Ну и последняя пара, как вы догадываетесь, это Литейские. Которые набрали 26,7 балла. Им вручается диплом «Самый идеальный в семье». Ну, так и есть. Ребята. Позируйте немножко, хотя вас снимут. Все снимут. Все ближе подойдите. Подойдите ближе все. Все подойдите. И... Спасибо. Я рад, что вам понравились все участники. А теперь позвольте огласить приз ваших симпатий. Оглашать по баллам всех или кто победил? Понятно. Приз зрительских симпатий 169 баллами вручается победителю вот сегодняшнего конкурса семье Витей. Пожалуйста, приз. Дорогие друзья, это... Сейчас вы еще приз не видели. Подождите секундочку. Этот приз учредило общество с ограниченной ответственностью Modus Business. Директор
Скала Геннадий Анатольевич и его жена Елена, которая испекла специально вот к нашему празднику такой замечательный торт. Дорогие друзья, поприветствовать наших конкурсантов сегодня пришел клуб молодой семьи города Березино. Пожалуйста, ребята, на сцену. Где вы там, далеко нет? Близко. Вы все знаете, что у нас создан вот уже 2 года, как деятельный вот пошел, как у нас работает клуб молодой семьи. Это участники первого и второго конкурса. Нам очень приятно в финале этом назвать людей, организации, учреждения, фирмы, которые приняли непосредственнейшее участие в подготовке и благодаря которым был проведен этот конкурс. Я хочу сказать огромное спасибо управлению по делам молодежи Минского облсполкома. Благодаря им мы смогли привезти вот эти сувениры для наших конкурсантов. Большое спасибо сказать нашим уже, будем говорить, старым друзьям, всем нам интересным, закрытого акционерного общества «Стройинга» Сергея Ивановича Мельникова. Совместно благодарственному предприятию «Профинсистем» директор Иван Михайлович Попко. Вот эти прекрасные корзины и сцена наша оборудована благодаря всем известным. Всем известным, как это сделано нашему замечательному магазину МЭТА, ВВС Владимир Павлович Ленин. Огромное спасибо Николаю Баранову и Лесхозу за помощь оказанного проведения. Я уже наших вебинаров называл. Кого еще зовут? Сейчас. А сейчас я приглашаю на сцену наших гостей из города Минска, школу бального танца. Из Варфанского танцевального завода. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы приехали. Я повторяю, это супружеские пары из школы бального танца. Руководитель Лидия Петровна Лазарева. Молодцы. Молодцы. Теперь немножко. Что же? И вот все-таки я нашел. Поблагодарить лично Ефремова Максима Валерьевича. Спасибо. Так, наш конкурс подошел к концу. Здесь за родом и веселье, вот обойдетесь все и улика.
Или можно попробовать? Все потянулись. Оля, как вот настроение? Нормально. Молодец, не догадался. Как держать? Ну, улыбочка. Привет. Саша, Вика, как? Да? Как ну, настроение как? Нормально. Довольны успехом? Собирали, получили удовольствие. За час подготовки это и нормальный успех. Просто не собирались нам. На нас милейшие. Да? Она, может, раньше выступала. Молодцы. Да, вы смелые. На сцену выйти перед всем городом.